Мы сейчас находимся в модном месте, который создал Сезар Манрике, известный архитектор Лансароте. Это музей и ресторан Лагомар. Правда, сейчас немного все запущено, но все ждут туристов. Немного странное канарское искусство. Это кохонес. Железные яйца. Очень модное место, когда открыто. Сейчас пока его закрыли на карантин. Но скоро откроется. Там сверху есть смотровая. В ресторане интересный дизайн. Даже стена — это кусок скалы. У нас сегодня VIP-обслуживание. Мы одни в ресторане. Повара готовят только для нас. Для начала мы взяли их фирменные крокеты с хамоном и еще с чем-то там. Лена заказала интересное блюдо. Это 6 разных каракатиц и еще какие-то желешечки. Они, кстати, у тебя тают. Да, английский. А я заказал медальончики. Сейчас буду есть. Очень модное место. Все сделано в стиле Сезара Манрике. Белые стены и, конечно же, черный вулканический камень. Посмотрите, как грамотно обустроены скалы, дорожки, парк. Здесь, кроме ресторана и музея, еще есть отель. Привет! Мы нашли смотровую площадку. Так, Лагомар. Та часть, где ресторан, выглядит сверху. Здесь внизу потом наберут воду, будет красиво.